пришли мы на нашу базу. На этом стенде написано, чтобы мы, Анашкин начал бросать, кормить, чтобы что нельзя прикасаться к яйцам, потому что у них начался брачный сезон. Наверное, брачный сезон давно уже начался, раз яйца появились. Ой, а кошки так и охотятся. Караулит киса. Кто поближе подлетит, она того и цапнет. Вроде бы кошки тут всех кормят их. Все равно они вот хотят курятины. Вот кукухолёсик, киса. Котеночек. Такой большой в камере. Вот он какой маленький. Куда Верону? Ёхму. Ну, он хлеб, они не едят хлеб. Пис-пис-пис. Кис-кис-кис. Кстати, в Турции надо называть пис-пис-пис. Когда я говорила кыс-кыс-кыс, они меня не понимали. Она пис-пис-пис. Ну что мы, друзья мои? Пошли мы погуляем чуть-чуть. В ресторане очень люто, красивые там ситы.
смотрите и слушайте. Я буду молчать, мне не о чем больше сказать. Нечего даже добавить. Настоящий релакс. Усаживайтесь спокойно, поудобнее. И начинаем с вами расслабляться, мечтать. Красиво, не так ли? Я счастливая. Я успешная. Я здоровая. Я красивая. Я уверенная в себе. Я богатая. Деньги любят меня. У меня много денег. Вот так каждый день вы должны внушать себе, мои хорошие. У вас все получится в этой жизни. Я живу в Турции. Я живу во Франции. Где хотите, говорить в настоящем времени. Начнем, мои дорогие мальчики и девочки. Мы сейчас со Шкиром посидим чуть-чуть. Видите, сколько здесь людей. Шкир серьезный очень, маску не снимает. Я все снимаю маску, все, сядем, посидим, поболтаем, а то осел. Вот такие ребята подходят каждому и поют. У нас тоже пели. Ашкем дал им денежку. А я тут в телефоне копошилась, а они встали напротив, стоят. А я его спрашиваю, говорю, что они хотят? Он им говорит, что вы хотите? Видите, кто-то не обращает внимания. Вот так вот поют, танцуют и... Кто-то сигары дает. Говорит, мы не... Кто берет, кто нет. Зарабатывает на жизнь. Все, Голдаш. Ушёл? Можешь. Замерз мой Ашкин. Видите, денежку дают. Вот так и зарабатывают. Такие диджейс. Разделим, а? Вот как 15 числа открыты кафе и рестораны. Неден дедин, он вешта хепа чьорна. Неден, неден. Вы знаете, моему мужа последнее время часто бьют током. Мы хотим сейчас, чтобы он разделся и на земле прошелся босиком. Постоянно его к чему прикасается, его бьет током. Собачка почему там беспокоится? Девочки боятся. Эвет, эвет. А, там впереди другая собака. А и там. Сама боится. Вот такие деньги. Коркует.
Видите, в Турции женщины рыбачат. Вы видите, на ужин готовит женщина. Рыбка будет на ужин. Когда я одеваю маску, у меня голос меняется. Я заметила в камере, как будто мне рот закрыли. Пальмы стригут, растения все-то готовят. Так вот, друзья мои, ходим, гуляем с Сашкой. Почему-то я натерла опять ногу, хотя уже несколько раз одевала. Натерла себе ногу. Вот так мы ходим. Я после того случая, когда я упала, всегда меня Ашкем берет за руку. Я же с камерой иду. Все кафешки закрыты, дорогие мои. Ну ничего, мы терпеливый народ. Мы будем ждать лучших времен. Ну а мы пойдем погуляем. Пошли мы дальше. Мой муженек встретил кого-то знакомого. Ну, а тут видно, ремонт идет, помещение готовится к сезону. Возвращаемся мы домой. Я натерла ноги. Вот сито, почему мне не нравится, что здесь, вот видите, негде погулять, негде посидеть, только вот, вот то, что набережная рядом. Ну, конечно, это старый район. Если было бы так тепло дома, как сейчас здесь. Покажу вам новую коллекцию. Надеюсь, что-то новое. Такие платьица, да? На жилетка. О, видите, мода какая. Так, а здесь посмотрим. Ага. Такая вот девушка. Такие вот шмоточки. Такая вот сумочка. Маджа, будик, будик. Что-то люди очень много идут сюда, заходят. Ну, какой-то здесь интересный пошив, да? Вот. Допустим. Такое платье. Конечно, не то качественное. Вот это вот по 29 лиры, да? С бусинок. Курточка тоже 29, все классно. Видите, какая курточка? Ну, что вот, мои хорошие. Это по 10. В Карфуре не разрешают снимать. Вот смотрите, какая реклама на улице. Вот с 15 по 28 февраля. Значит, фарш с 55 до 42 лир. Дальше кусочки мяса такие, дана кушбасы называется. Килограмм стоит 50 лир, а было 62. И вот дон шарма, это 48. Отличная цена. Мы не знаю, тогда, блин, под 130 лир брали ребрышки. Дана бифтек 62. Вы видите, какие цены. Всегда есть такие скидки в Карфуре, хотя они не разрешают снимать там нехорошие люди. Ну вот, покажу вам, что снаружи. Там точно мне не разрешают. Так, еще что здесь я вижу? Скидки, вы видите, в скидке. С 11 по 24. Сегодня 24. Ну, тут 22. Во-во-во. Сейчас посмотрим. Хлеб тут в скидке. Зайдем повнутрь, Сашка, ему вон лук
Лук здесь полар 60, на базаре по 2 мы брали. Картошка полар 70. Иногда выгодно брать, покупать в таких магазинах. Ну что, заходим мы вовнутрь. Вот с такими сумками мы вышли из Карфура. Вот. Бумагу взяли, вот Ашкем несет столько пакетов. Мои дорогие друзья, вот так вот в Турыне купили мы хлебушек. Идем домой. Карфуры не снимала. Не разрешают они. Зачем проблемы, да? Хотя было и много чего интересного. Ашкем, что нашим дедолязем бурада? Не получилось. Бирдаки калязин, хады я пачас. Надо ему энергию. Бутараф, хады. Бурада джаным бирдьёром. Вот. Надо, потому что у него током бьет, надо этот ритуал сделать. Все. Я, наверное, ненормальная, но мне так захотелось мороженое. Вот такое вкусное мороженое. И купила еще себе малину. 30 лир малина, оказывается, стоит. Вот захотелось. Вот ужасно. Сейчас и мы его съедим с Ашкемом. Ашкем пошел, посмотрите. Потому что его бьет током. Он уже не знает, к чему только не прикасается, то бьет. Ашкем, сен не япиорсон, аллат сен инсанлар. Йога мусун сен, йога япиорсон. Я открою сейчас, покушаю. Какую-то вкуснятину. Ашкем вспомнил детство. Детство вспомнил мой муж. Вот так у нас весело в Турции. Экзотика. Я так мечтала съесть такое мороженое. Дома тоже мне мороженое не захотелось сегодня такого красненького. Спасибо всем Богу и Ашкему, и мне. Так красиво снимает мой телефон, аж приятно. Скоро будет весна, друзья мои, будет очень круто. Я покончила с мороженым, очень вкусное. Вам не передать. Возвращаемся домой. Вот не пошли на базар. Не пожалели. Купили сейчас зелень. Рокку, потому что было мало для салата. Из рокки нужно много рокки. Все равно базар нужно, я так смотрю, обновлять. Вот лимонов, оказывается, у нас нету. Вчера последний лимон. Сейчас. Что буду делать? Рыбу. Купили мы огромную рыбу. Чупра. Чупра, ве чурпа. Чупра. А? Чупра. Чурпа йог более балы. В общем, купили мы две такие огромные рыбы. Будем сейчас запекать в духовке. С луком, с яйцами, говорю. С лимончиком. В фольге. У нас сегодня праздник желудка. Сегодня как раз и говорила Ашкем, что кушать готовить, уже надоело. Вчера приготовила капусту цветную в яйцах, обжаренная такая, вся вкусная была. Он говорит, сделай мне менемен. Я так обрадовалась, что наконец-то он что-то попросил. Говорит, раньше, говорит, 3 штуки было машин, сейчас только машин. Только, говорит, у меня нету. Раньше, когда у меня было,
ни у кого не было. Так вот, такими пакетами идем. Никогда роды Динсен. Алла-алла. 270. Алла-алла. Обалдеть. Но он купил тут чуть-чуть себе пивка. Надо же расслабиться, зарплату получил мой муж. И вот на пиво тут дорого. Ну, 73 или 75 лир, 6 штук пива. Вот такие цены. Все, мои хорошие, заходим мы домой. Вон КПД уже идет наш. Мусор выносит. Сейчас он нам откроет. Як шамлар? Ашкам сен насыл бини бурак аджаксын осура? Аладжаксын ве? Шурда бракайым 5 дакикасын. Лимон алайым башка? Грейпфрут, портукал. Тамам, бензин не бурада бекречет. А я посижу, пока он сбегает. Почему-то здесь свет не включили. Все. Буду я сидеть пока. Подожду моего мужа. Мурат как работает. Все подъезды. Раньше же было их двое. Один умер, и остался он один. И, естественно, зарплату, наверное, получает больше. В этой будке раньше ночью был на сторож. Ну а сейчас никого нет, и слава богу, все в порядке. Вроде бы никого не оборовали, не слышали такого. Пусть Бог всех хранит. Завтра будет погода. Какой красивый, да, пейзаж отсюда. Сижу с вами, болтаю-болтаю. Извините. Мой муж купил. Ялдинса нашка. Я смотрю, когда касали тогда. Видите, как нам приносят домой. Тащит комшу. Комшу мадам. Ага. Ну вот так мой муж договаривается. Пазарда кит медик пис. Пазарда кит медик пис бафта. Это кем раз вас? Это же злазу. Не кадар бир грейпфрут кило. Дорточку. Пахалы он до бирас. Пес. Подорожала. Ну вот. Базарда? Geçen hafta. Короче, заходим мы. Bizde mide rahatsızlığı var. Abi yenge seni meşhur edecek internette. Yabancı mı? Bütün Ruslar seni tanıyacak artık. Все. Ruslar seni diyor ona. Rus. Gel aç. Türk değil mi abla? Evet, Türkelin. Мои хорошие, сейчас я вам покажу, что мы купили. И самая первая, вот такая вот малинка. Сейчас вместе с вами мы попробуем ее. 30 лир стоит, 30 лир малина. 350 грамм. Я руки помыла. Вкуснятина. Так, перчик мой муж купил. Вот на базар мы пошли, а сколько пришлось покупать. Вот такой я захотела. Перчик такой купили. 7 лир стоит он. Так, это пивка. Певцов взяли. Певцо взяли такое. Какое-то новое певцо, да? ФС. Дизайн поменял. Руку взяли. Сейчас я ее поставлю. И вот такую рыбку мы купили. Смотрите. Вот такая большая щупра. Так, ну вот, что мой муж купил. Апельсины. Грейпфрукты. Конечно, будет 4,5. Такие красавцы. Вот.
Ого, сколько купила. Наверное, килограмм 10, наверное, здесь. Обалдеть. И вот такие это взяла. Ну все, пошла я готовить сейчас. Пошла я готовить. Тапочки мои уже высохли. Вот так их положим. Это тоже высохло. Коврик. Ну все, мои хорошие, пошла я готовить кушать. Что сейчас произошло? Я вынесла мусор, и дверь не захлопнулась за мной. Кран открыла. Муж в душе. Стояла 10 минут. 10 минут вру, 5 минут, всех переполошила соседей, звоню. Хорошо, что здесь не было наводнения. Боже мой, какой это ужас, вот такая я смешная. Вот, друзья мои, будьте осторожны, когда выходите вы. Блин, может захлопнуться. Кстати, может захлопнуться дверь, вы очудитесь. На улице вот такую рыбку мы купили. Посмотрите, чупра. Это очень вкусная рыбка. Сейчас я ее быстренько помою и покажу, как я приготовлю. Сейчас вместе с вами сделаем заготовку на рыбку. Так, рыбка у меня промытая. Здесь в Турции не отрезают ничего. Вот так мы с вами сделаем. Положим ее на середину. Сначала мы ее посолим с двух сторон. Вкусно было. Так, теперь мы ее поперчим. Bana atma şimdi. Az. Bana atma diyorum. Benim yapıyorum, да. Это я для себя делаю, мой муж не хочет. Так, теперь что делаем мы? Черный перец всех, карабибир, керекёку. Сейчас мы что делаем? Вот берем кольца такие. Положим вовнутрь. Будет вкусно, в самом соку. Так, и сверху. Не гюзель, ашким я пьер. Ашким рядом стоит. И теперь лимон. Ой, ой. Севером туркеды. Молодым мы сэн. Люблю я Турцию, люблю я Турцию. Так, теперь отрезаем и начинаем ее упаковывать. Знаете, почему я сделала так? Поставила, потому что потом откроем, да? Чтобы ничего не упало. Потом откроем нашу рыбку. Духовка у меня уже греется на температуре 200 градусов. На полчаса. Так, один экземпляр готов. Вот, вот так выглядит. Перец он попросил. Наконец-то наша рыба приготовилась с общими усилиями. Ашким уже проголодался, начал кушать. Вот такая рыбка вышла, полезная. Все, мы будем кушать. Приятного нам аппетита, друзья мои. Видите, он все поел, почти салат и все. Немножко разозлился. Самое главное у турков, это надо вовремя приготовить кушать, а то будет проблемы у каждой хозяюшки. Но ничего, мы все нарастаем с ним, будем сейчас кушать. Это же не от меня зависело, а от духовки.